Такой фестиваль в областном центре проводится уже более 10 лет. В программе различные выставки, бизнес-семинары, лекции, литературные гостиные, мастер-классы по оригами, чайные церемонии, игре на национальных японских инструментах. В этом году в программу визита японской делегации включили посещение Оренбургской больницы имени Пирогова. Ничего. Я руководитель этой клиники. Клиника имеет много профилей. Гостей из страны восходящего солнца приветствовал главный врач клиники Андрей Карпец. Он рассказал о работе медучреждения, которое является одним из самых крупных в областном центре и обслуживает 110 тысяч прикрепленного населения. Представители делегации побывали в 9-этажном корпусе, где в настоящее время находится первичное сосудистое отделение для оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Гости познакомились с оснащением медучреждения, условиями работы персонала, посетили палаты, а также рентген-хирургическую операционную, где наблюдали за работой хирургов. Сердце болит, спасают жизни людей. Идет операция. Нам очень понравилась эта клиника. Она большая и очень чистая. Здесь много хорошей техники и приветливый медицинский персонал. Спасибо за возможность познакомиться с работой здравоохранения Оренбурга. Гости отметили особенность российской медицины, работы участковых врачей на дому у пациентов. В Японии такой системы нет, а это очень хорошее дело. Также представителям префектуры Ихиме очень понравилось русское гостеприимство и теплый прием.